Здравствуйте, с вами Елена. Сегодня я буду готовить баклажаны, как грибы, на зиму. Нарезаем 5 кг баклажан, 300 г чеснока и 350 г укропа. Наливаем в кастрюлю 3 литра воды, 250 мл 9% уксуса и 4 столовые ложки соли. Баклажаны варим порциями по 3 минуты с момента закипания. Заливаем крышки кипятком. Добавляем в баклажаны чеснок, укроп и 300 мл растительного масла. Аккуратно перемешиваем. Раскладываем плотно по стерильным банкам. Накрываем крышками и стерилизуем с момента закипания 20-30 минут. Закатываем крышками и ставим под теплое одеяло до полного остывания. Баклажаны как грибы готовы. Такую закуску можно кушать уже через пару дней, но я бы приберегла ее к зимним праздникам. Ставим лайк под видео, нажимаем на эту кнопочку для того, чтобы подписаться на канал. С вами была Елена. Пока!